Всем привет! Мы в магазине Mayflower. Mayflower. Так, здесь нас встречают при входе. Да, здесь два тролля. Это по акции по 400 рублей. Вот здесь вот такие орхидейки, которые мы с вами часто видим в Леруа Мерлен. Абсолютно такое же качество. То, что там было по 700 рублей, здесь по 400. В общем-то, здесь есть из чего выбрать. Да, они невысокие. Ну, в общем-то, как там вот были вот такие вот прям невысокие растеницы. Вот они вот, ну, может быть, сантиметров сколько здесь? Ну, может быть, 40, да? Ассортимент тут большой. Так, поставщика здесь нет. И упаковка такая же. Я думаю, даже это вот тот же самый росток, что возит в Леруа Мерлен. В общем, они здесь по 700 рублей. Вот это вот яблонька, которую мы с вами видели на одном цветоносе. Вот такая вот здесь акция, ну не совсем прям оценка, да, скажем так, по специальной цене и соотношение цена-качество, да? Вот такая вот тут интересненькая есть. Чем-то похоже на Надину. Ну да, это, скорее всего, она и есть, только маленькая. Маленькие цветочки. Ну тут такие кустики все такие вот, не особо так зрачные, но... И по хорошей довольно-таки цене. Очень даже, как сказать, конкурентоспособный, да. Так, здесь у нас какие-то без упаковки вот стоят. Так, это у нас Андора. Андора распускается еще. Вот ее цена. И даже на ценничке написано. Что это? Нарбона. Нарбона идет вот в такой вот упаковке от Green Balance. Считаю, что это вот отлично. Ну, конечно, будет, возможно, будет много боя из-за такой упаковки, потому что целлофана нет. Но с другой стороны, тут очень хорошо дышит. Потому что открытый такой вот, без пакета, а все дышит. Воздух внутри не застаивается. Все думают, что прям очень хорошее решение. Так, это у нас уже пандочка. Ценники их. Нарбона 1145. Пандочка. Они все по такой цене, я так понимаю. Монпельер. Давайте его повнимательнее посмотрим. Очень яркая, красивая орхидея. Размер у нее такой стандарт. Я думаю, что этот цветонос также раскроется. Даже вот снизу, в общем-то, хорошие такие корешки. Так, а это у нас... Ой, ой-ой-ой. Волгун леопард, да. Где-то мы их видели прям много. Сейчас, наверное, не вспомню, где. Вот их цена. Скорее всего, во Флоре Виль мы их видели. В общем-то, там такая же цена была. Фантом. Фантом у нас
по такой цене. Не очень удачный кустик. Они смотрятся в разные стороны. Если только вот так. Но все равно в разные стороны. Ну ладно. Такая, да? Сейчас, конечно, уже вот много расцветок. Вот если не брать то, что у нее вот эти вот прожилки, да, а вот такого плана рисунки сейчас уже многие есть. Скажем так, так вот они же еще. Вот у нас кто? Что-то розовенькое такое. Их цена. Ух, отличный такой. Вообще отличный. Надо же. Всего лишь розовая орхидейка. Здесь у нас три цветоноса. Очень пушистая. Еще раскроется. Так, вон там вот еще есть одна интересная. Мы ее видели. Сейчас скажу. Так, вот эту посмотрим. Это... Вот, кстати, здесь она по такой же идет. Вот. С таким же названием. Так, сейчас мы их выставим, чтобы нам удобнее было смотреть. А вообще я вот эту хотела достать. Вот она роскошная. Четыре цветоноса. Мы их видели на цветочной базе Мачулика. Ох, какая за 1000 рублей. Шикарная орхидея. Очень, ну, цветет как вот мультифлора, но очень пушистая. Очень так вот прям нарядно. Ярко, молочинка все распускает. Вот какая кукла, да? Розетка тоже. Листья вот как. Сколько здесь, даже не знаю. Листья прям очень крупные. Корни. Так, это у нас какой-то стармикс. Так, я вот эту еще достала. $1200, и это у нас Манхэттен. Нет, вру. Обманываю, вру. Это не Манхэттен. Так, листья чуть-чуть в краб. Это Джиллиан. И не Джиллиан, да? В общем... Так, ну, да, это не Джиллиан, потому что губа у нее совершенно другая, но скорее даже, наверное, розовый дракон. Очень пушистый цветонос, хотя их всего два. Внешне выглядит, как будто их, ну, может быть, также четыре, как вот у этой. 1200, отличная цена. Как вот у этой, цена прям великолепная. Так, а здесь у нас... Тут не могу сказать, кто это. 1200 цена. Горшочек не подписан. Листья... Ну... Листья, конечно, вообще... Сколько тут? Вот они такие три куклы. Давайте как оставим их здесь. Наверху. Что им внизу делать? Скучать, правильно? Вот какие.
Другое дело, правильно? Так, ну, в общем-то, все, да, здесь? Пойдемте на основную витрину. 290-29. Основная витрина. Вот у нас, как всегда, тут изобилие орхидей. Мультифлорочки. Цена 1000 рублей. Корешки. Распустится еще. И будет пышный-пышный. Так, вот такой вот мы иногда видим во Флорвиль. И там они были дорого, а тут 1000 рублей. Это Venus Kiss. Там они были дороже, насколько я помню, да? Вот как она пить хочет, она такая прям легкая. Также 1000 рублей мультифлорка. Такая скромненькая, но очень милая. Так, здесь у нас аромат просто бомба. Это Balm. Она же лаймон. Лаймовые специи или как-то так, да? Ох, какая пушистая. Я вижу ее одну. Да. Она одна, к сожалению. Сколько тут цветоносов? Раз, два, три, четыре. Но запах... Ну, это не она здесь пахнет. Но у нее запах 860 рублей всего. Она действительно пахнет прям такими, как вот цитрусовыми. Я бы не сказала, что это, конечно, специи, но что-то такое пряное цитрусовое. А пахнет здесь Будда. Бронзовых Будд привезли. Так, какой бы кустик выбрать? Выберу вот этот вот. Это вообще санскулап. Сейчас. Ну ладно, возьму, который поближе. Бронзовый Будда. Вот наши цветочки. Бронзовый Будда Молоченко, он пахнет весь день. Итак, привезли нам башмачки. Довольно-таки такой крупный розет. А, подождите-ка. Цены. Мать, цены, да? Сейчас. 1600. Но сейчас вот и фабрики стали чуть дороже, чем вот были летом. Закупка такая. Серьезно, я не... Это вот сегодня даже смотрела обзор у девочек. Там что-то на дуге или что-то такое? Какая-то беленькая на дуге. Сегодня смотрела обзор. Закупка. Что полагаю? Это обзор у девочек в этом. Так, вот эти... У нас 800 рублей. Расцветочки у нее. Раз, два, три. Все. А это уже 950. Так. А вот еще есть расцветки. Так, это у этой цена 880. Такая прям хорошенькая. Так вот. Сегодня смотрела обзорчик у девочек. Вот тут на дуге. А цена ее. С Краснодара, господи. Каскад 870 рублей. Но она чисто беленькая. И это только себе домой. Так вот, смотрела обзорчик из Краснодара. Поставочка у них была сегодня. Обычно они дешевле Москвы рублей на 200-300.
И даже вот они сказали, что... Вот какой маленький. Так вот она сказала, что сейчас закупка парфюмерных фабрик стала побольше, в общем. И даже у них они были 1600 или 1700. Так, бронзовых бут у нас несколько тут, да? И Sunset Love. Так, цена Sunset Love, насколько я помню, в этом, в Mayflower они были по 700 с чем-то рублей. А тут уже 1500. Также такой разветвленный. И с корнями. Да, жаль. Вот тут вот цена, конечно. Ну ладно. Так. И привезли нам парфюмерку Orange. Они все... Ну, я думаю, что пакетик у девочек попросить можно. Отличное вообще качество. Корней масса, пахнет. Это у нас Orange. Ай. Сейчас. Во. Тири-ти-ти-ти-ти-ри. Да. Венецианский карнавал. Я так умиляюсь всегда, когда ее вижу. Но... Вы знаете, я вот опять же вам повторюсь, я покупаю... Ну, он такой же плотный, в общем-то, да. Мне почему-то показалось, что он такой немного жиденький. Так, вот это вот что-то такое уценочное здесь сюда попало. Нет, это не уценочное, но тем не менее, ладно. Вот это вот у нас Мива. Нет, это у нас Пират Пикати. А я сверху видела желтенькое. И подумала, что это сорт Мива. Вот в этом году, который новый встречается, Пират Пикати по цене 1500. Так, тут цена 1400. Но уже немного так отцветает. И горшочек такой прям легкий-легкий. Девочки прям пленились, не плевают. А вот это вот по акции сюда попало, по 400 рублей Манхэттен. Вот один к одному мы с вами сегодня видели за 700 рублей. Ой, сегодня, вчера в этом, в Леруа Мерлен. Так, вот тут у нас... Вот, я вот про это говорила. Вот у нас фантомчик такой вот, как сказать, патинированный, что ли, или под старину, под винтажность. Вот такие вот, вот оттеночки. И теперь у нас появляются вот такие вот мультифлорки. Ну, это, кстати, вот, да, наверное, мультифлора скорее. Вот ее цена. Конечно, она уже такая подуставшая, но тем не менее. Так, тут у нас снова ну, вот эти вот. Вот этот Манхэттен уже дороже. А мы его видели с вами, да? Нет, мы его видели не Манхэттен. Мы видели там розового дракончика, а вот Манхэттен. Вот такая вот красотка. Вот ее цена. Два цветоноса. И с корнями вроде бы все хорошо. У нас там фронтерка. Ее как-то мне надо достать, да? А поближе она у нас нигде нет. Ну что же. Мы хотели как лучше. Получилось, как всегда. Фронтера. Мощь просто. Просто мощь. Ну-ка давайте-ка тут посмотрим. Вот так возьмем. Интересно, почему у нее такое название, вот, Фронтера?
чем связано это? У меня вообще никаких не вызывает никаких эмоций название Фронтера. Есть там название, там Purple Kiss, Twinkies. Всякие, конечно, там, да даже Манхэттен. И то какие-то ощущения вызывает. А вот так же, как вот Сантандер. Ну какие ощущения может вызывать Сантандер? Никакие. Вот так же и здесь. Венецианский карнавал тоже какие-то вот, ну, может быть, воспоминания, может быть, какие-то там свои собственные мысли. Попугайчик. Попугайчик по 1500. Розеточка такая небольшая, но она такая всегда у них при покупном. Потом, конечно, дома вот такой вот нарядный, красивый. Так. Однажды как-то по работе я встретила мужчину, пожилого уже, конечно, пожилого. И такой добродушный, да. Он мне так сказал, говорит, у меня, говорит, столько опыта. Он говорит, я сколько? Ну, порядка 50 лет, говорит, уже работаю. У меня столько опыта. Но как бы все это вспомнить? Так, да, я вспоминаю сорт. Пока я это говорю, я пытаюсь вспомнить сорт. Белликоз. Да, неужели? Неужели я вспомнила? Вроде он, да? Ну, вы же поправите меня, как всегда. 1100 рублей. Этот, корешки, розеточка вполне достойна. Так, вот этих пушистых мультифлорок мы, кажется, видели. Танцующие девочки Камбрии. По 800 рублей. Все, мы тут с вами посмотрели. На входе, я когда была здесь в прошлый раз, были... И сейчас есть, остались еще... В форме Диабло вот эти вот дорогущие маркетинговые. А вот и кассия, которую мы видели с вами вчера за 700 рублей. Здесь 400. Я вам говорю, даже упаковка вот такая же. Я помню, здесь этот шовчик и посадка в этот кокосовый субстрат. Вот наша кассия. Сколько интересна их закупка. Что даже здесь они их продают за 400 рублей. Вот они. И они остались, конечно. Они дорого. Вот сколько он уже держит эти цветы. И с цветком ничего не случилось. Крупные-прикрупные. Белые. Это, конечно, куда-то там поставить на ресепшн. Красоту эту. Вот этот цветок. Как вам? Вот так? Да? Поставить. Сколько здесь? Даже, наверное, сантиметров 15. Так, а это кто? Лилии. Господи, такие же вонючие, как вот в Леруа вчера были. Так, я не кашлю. Я не кашлю. Я не болею. Вот, их еще девочки привезли. Ну-ка, давайте-ка потрогаем. Лена, привет. Будешь привет передавать? Нет? Приезжает, пусть к нам покупатели. Классная, да? Вот такая вот цена у нее, чуть подешевле, но он и поменьше. Он как, знаете, как этот
который вот по одному цветку продается. Лен, как он называется? Формидабл. Не-не-нет, вот по одному цветку продается. По одному цветочку, который? Такое. Как он называется, не помнишь? С одним. Ну ладно, в общем, вы поняли. Тоже такой же вот. Крупный. Так их гладить вообще так приятно. Ощущения такие вот восхитительные. И Magic Art тоже крупнейший. Вот такие куклы. Так, на этом мы с вами попрощаемся. Спасибо за ваши теплые слова. За ваши гадости говорить спасибо не буду. Все, всем пока.